тату. Это по-японски бы значило, что это странные татуировки. Вот. То есть, ну, по... По-филиппински я не знаю, что это значит. Наверное, просто татуировки. Почему-то они все называются хэнна. Вот. А здесь вот пляж. Здесь ходят, продают всякую... Муку или не муку, еду, наверное. Манок. Куярод. Это еда какая-то. Фуд? Манок чикен. Манок. Манок это по-русски, ну, манок там, уточек подзывает. Манок. О, собачки. Это тоже на еду. Dog for food? No? No. А, потому что, ну, в Корее, например, собак там едят, тут в этой, как ее, ну, тут рядом Китай, там есть тоже собачек это препарируют. В принципе, вот козлы, вот козлов они точно едят. Вот год, год. For food? Вот она говорит, что да, для еды, возможно. Блин, что-то здесь жарко так идти по этой херне. Надо куда-нибудь в тенек свалить. Здесь, короче, вот пляжи, вот, в принципе, все свободны. То есть вот там купаются люди. Я поснимаю немного людишек, кто там купается. Ну вот так, в принципе, здесь и все происходит. Надо идти против солнца, блин. Так жарко, блин. Куда-нибудь в теньке там где-нибудь идти, там будет более прохладно. А этот плавучий, типа, как это, беседки называют. Стоит такая беседка примерно 1500 на там несколько часов. Если вы хотите, вы можете с друзьями снять и приготовить что-нибудь там. Вот. Ну, она на большую компанию рассчитана. А что тут, кстати? Ну, вода теплая. Градусов, наверное, 23. Может быть, даже 25. Не знаю. Примерно так. Так, ну я продолжаю. Ну вот чел решил почистить свой этот плот. И как видно, он у него что-то там немного тонет. Вот чуть-чуть прям накренился и прям уже под водой. Кстати, они все бамбуковые. Ну, как бы, я не знаю, они немного неустойчивые, я так думаю. Если там будет много народу и на большой глубине, я думаю, эта вся конструкция может спокойно перевернуться. Вот, поэтому лучше далеко не заплывать. Вот стоят эти водные мотоциклы. Здесь можно снять
Вот и здесь тоже стоят вот водные мотоциклы, накрыты этим бананами. То есть это как бы здесь на бананах катают, видимо, на них. Но можно и так взять покататься. По-моему, стоит около 2000 песо на 1 час. То есть 2000 рублей примерно. Может, чуть больше. А за 1 час, в принципе... О, опять эти возвращаются товарищи по пляжу, которые гуляют. Ну, что-то они празднуют, видимо, какой-то это, ну, там, Святая Мария. А, who is it? Иисус, короче. Ну да, это хоть и сегодня понедельник, но они сегодня все-таки тоже как-то это ходят и вот празднуют Иисуса, то что на Филиппинах это все как бы религиозно. Они там в воскресенье в церковь ходят многие там. Ну, как видите, вот отмечают шествиями такими. Те парни вот с этими футболками, это, видимо, из ансамбля из этого как раз, поэтому у них подписаны имена. Школьный ансамбль местный. Вот. То есть, в принципе, можно сплавать на лодке, наверное, вот туда вот, за этот мыс, за 700 рублей. В принципе, не так дорого. Вот я не знаю, правда, на какой срок, там сколько это по времени занимает. Вот. Если купаться, то лучше купаться вот на этом, блин, мотоцикле, там, белой фигне вот этой. С нее нырять, потому что можно. Вот. А с этой лодки нифига не поныряешь, она только до берега доплывает и все. Но если так покататься чисто, то можно на ней. А если нырять, то лучше вот с этой штукой нырять. Вот. Ну чё, надо возвращаться тогда и что-нибудь решать. Всё, тогда до связи.